Здравствуйте! Приглашаю вас окунуться в мой мир и лето 2016. Мое незабываемое лето начиналось практически так же, как и у остальных. Ответив последний звонок и конец тренировок, получив наши заслуженные грамоты, мы ушли в наш долгожданный отдых. Мы много гуляли, но пришло время лететь в Турцию. Путь был не из самых коротких. Тренинг он занимает 18 часов. Нашей целью было попасть на остров Евчада. Как только мы до него добрались, мы, конечно же, побежали купаться. Остров Евчада – самый большой остров Турции, четвертый в мире по запасам пресной воды, расположен в Эгейском море. Ну кто переплюнет силы природы в их фантазии, умении и мастерстве? Как только мы накупались, мы отправились домой, где нас ждал семейный круг и стол, накрытый в честь нашего приезда. Мы много путешествовали в самые разные места, такие как вулкан, там же мы нашли обломки от танков. Мы взбирались на горы, посещали торговые центры, знакомились с новыми людьми. Занимались чем-то новым. Например, я пробовал себя в роли декана. Однажды, гуляя вдоль моря, мы наткнулись на очень интересные, похожие на животных каменные скульптуры. Мы делали селфи под водой. Я учился кататься на коньках. Каждый день мы ходили и играли в пинг-понг, тем самым поднимая навыки своей игры на новый уровень. Затем мы начали готовиться к школе и спорить. К сожалению, я часто проигрывал, и поэтому у меня появилось много новых фотографий, где я делал что-то необычное или просто выгляжу странно и нелепо. Свободное от прогулок время мы по очереди готовили, но в моем случае я просто учился. Однажды пытались мы сделать крокеты, но я перепутал рецепт и, потратив много ингредиентов, мы сделали обычные котлеты. Я искал вдохновение и рисовал лица в жанре аниме. Но однажды, чтобы жизнь малина не казалась, мне сказали, что пора собираться, мы возвращаемся домой. Мы вернулись в наш родной и любимый Днепр, полные сил, новых знаний, умений и желания учиться. Все в этом мире не бесконечно, и мое лето подошло к концу.